Итак, разрешите вам представить человека, который успешно провел неуспешный семинар неделю назад. Человек, который пережил вебинар, Человек, который пережил падение дата-центра. Человек, который потом все равно меня заставил звонить в этот дата-центр, ругаться с ними. Человек, который, собственно говоря, знает про Труконф все на свете, больше, чем, собственно говоря, все в Труконфе вместе взятые. Лев Якупов, маркетинг-директор. Пожалуйста. Да, всем привет. Ну, напротив меня, собственно, Дмитрий Одинцов, наш директор по развитию, усы компании, как бы, и усы ВКС всей Руси. Вот, он будет нам сегодня помогать. Мы расстреляли всех ответственных. Нет, 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 секундочку. Согласно Гартнеру, уже всея мира. Потому что третий год подряд компания в Гартнере, а это, на секундочку, топ-15 мировых компаний по видеоконференции. Как-то пропустили. Нас разбирает на гордости, да, но вот, тем не менее, это случилось. Вот. Ну и, собственно, сегодня мы продолжим рассказывать о составляющих Труконф решений, собственно, Труконф клиенте, благодаря которому мы в Гартнере. Ура! У меня есть тебе план, тебе подсказывать? Да, давай, подсказывай, будем действовать по плану. Я тогда заглушечку со слайдом уберу и переключусь на... Так, слайд убрал. Выключаю свою камеру, захватываю свой рабочий стол и включаю другое приложение, которое будем сегодня показывать. Надеюсь, вы сейчас видите мой телевизор. Сейчас включу свою камеру. У нас сегодня другое мероприятие в Петрозаводске, поэтому я тут соорудил себе небольшую студию в гостиничном номере. Вот, тут уже идет снег, замечательная погода. Хорошая такая гладь на Онежском озере, волнения нету, в общем, все замечательно. Значит, как обычно, задавайте вопросы. Мы с вами планировали, то есть я планировал успеть обозреть все на той неделе за один час. Это был такой амбициозный план, слишком много изменений вот в этом восьмом клиенте произошло. Поэтому у нас очень кстати в дата-центре кончился канал. Вот. Мы на 47-й минуте, грубо говоря, постепенно начали неделю назад все отваливаться по независимым, к сожалению, от нас причинам, за что переносим извинения. Вот. Ну и заодно решили разделить это все на две части, чтобы показать вам то, что все равно бы не влезло в первую часть, поэтому перенесли на вторую. Сегодня у нас будет вторая часть обзора изменений восьмого клиента. И чтобы вам не было скучно, и в качестве бонуса мы вам покажем еще новую версию, бета-версию приложения для Андроида. Она уже, кстати, доступна для скачивания в Google Play для бета-тестировщиков. Она, мне кажется, не хуже по количеству изменений, по тем возможностям, которые открывает, той версии приложения для Windows, которая у нас сейчас имеется. То есть очень большая работа по ней тоже была проведена. Надеюсь, вам понравится. Дим, ну что, давай возвращаться так к плану. Да, подскажи, я смотрю, ты все показал относительно видеоконференции. Я смотрю, ты все рассказал, что касается, собственно, видеоконференции, приложения для видеоконференции, что как бы логично. И осталось рассказать про такие вещи, как чатики, про мультилогин, про всякие там статусы и истории, связанные с мобильными клиентами. И, в принципе, ну, презентации, ну и бонус размытия фона, да, есть у нас такой. Давай тогда вот начни с групповых чатов. Хорошо, начинаем по порядку. Тебе тоже надо будет показать экран. Я сейчас создам наш с Димой секретный чат. Так. Это один клиент. Вот этот клиент. И я сейчас добавлю в этот секретный чат Диму. Ну, на самом деле, пусть он будет не такой секретный, мы туда еще кого-нибудь добавим, там каких-нибудь пользователей. Можно даже взять и добавить целую группу пользователей, сразу галочки проставятся всей этой группе пользователей. Вот мы создали такой замечательный чат, он теперь будет жить вечно. О, мне пришло приглашение в чат. Секретный чат с Димой, в котором полно народу. Здесь все секретно. Супер, показывай. Вот. Да, я вот смотрю чат. Да, я... Хочешь, я покажу дальше? Я могу вот посмотреть информацию о группе. Я, кстати, давай, так как не админ, не могу сменить картинку, но я зато могу посмотреть, кто тут участники. И вот Николай Шилов является главой, начальником чата торжественно. И если бы у меня были в этом чатике были пересланы какие-то файлики, то вот в этом разделе я бы их увидел. То есть мне не надо было там листать весь чат, чтобы найти файлик, который мне присылали. Ну, вот естественно, могу свалить. Сейчас давай, огромный файл, 7 мегабайт. О, 7 мегабайт. И да, он появится... Вот мне пришел файл. Я надеюсь, да, что вот он появился в разделе «Все файлы». Мне тут не надо такой... бегать за ним искать. Да, ну я тоже так скажу. Спасибо.
Николай. О, я только не по-русски пишу. Спасибо. Николай. Идея в том, что этот чат, он теперь создался навсегда и для всех устройств, на которых пользователь авторизован. Если раньше, например, вы получили какое-то сообщение в групповой чат во время конференции на одном устройстве, то, зайдя в эту же конференцию с другого устройства, вы никогда его не увидели бы. Теперь никаких проблем нет, все статусы, файлы, сообщения, информация о вызовах синхронизируется при авторизации на каждом новом устройстве в полном объеме. Ну, в момент прокрутки, естественно, все сразу мы там выгружаем, а когда вы потихонечку получаете доступ к каким-то файлам, материалам, запрашиваете загрузку файлов, вы все это получаете себе на новое устройство. Ну, естественно, появились дополнительные вкладочки, которые позволяют нам... Спасибо, Дима. Вот, раз мы за эмоджи. Это, кстати, новая возможность. Теперь можно любые стандартные юникодовские эмоджи использовать. И те материалы, которыми мы обмениваемся с участниками чата, они всем, соответственно, доступны. Мы можем добавлять участников в чат, можем убирать участников из чата. Все это делается вот таким образом через контекстное меню. Ну, ничего тут, в принципе, с точки зрения юзабилити неожиданного нету. Любой пользователь поймет, да, там долгий таб. Если мы говорим о мобильном приложении, вызывает контекстное меню, а на десктопах, на Linux, на Mac, на Windows это просто правый клик мышки, и мы получаем какие-то дополнительные действия. Что тут важного появилось, интересного? Ну, помимо обмена сообщений, которые теперь везде автоматически синхронизируются и всем сразу доступно, вот, теперь мы поддержали такие вещи, которые позволяют называть любое наше приложение TrueCont мессенджером. То есть есть там несколько базовых вещей. Например, вот мне Дима пишет «Спасибо, Николай», и я ему отвечаю «Пожалуйста». Вот я могу точно так же ответить на огромное количество смайликов и добавить свои какие-то смайлики, да? Вот слишком много. Зеленый смайлик тебе отправил. Чересчур, конечно, его прислал. И если я вдруг передумаю, другое важное отличие, да, мессенджера, и, кстати, в WhatsApp этого нет, мы можем взять и удалить сообщение. Могу удалить у себя. Могу удалить у всех. Например, я удалю у себя. А у Димы оно оставит. В WhatsApp есть удаление, в WhatsApp нет вот такой штуки. То есть, если я, допустим, тебе написал что-то типа там... Посмотри-ка вот эти... Вот код прошел у меня по клавиатуре, то я могу редактировать сообщение. Вот. И, ну, оно, естественно, будет отмечено, что оно было отредактировано. Вот этого в WhatsApp нет. Редактировать сообщение в WhatsApp до сих пор нельзя. Да, я тоже написал так, вот мы отредактировали сообщение. Другая важная штучечка, которая появилась, это контроль доставки. Обратите внимание на две галочки. Это значит, что сообщение не только было прекрасно в сохранности, в зашифрованном виде получено сервером, оно еще было доставлено до участников чата. Ну, то есть кто-то один из участников с ним ознакомился. Вот, ну это тоже теперь появилось. Появилась возможность работать с картиночками. Сейчас я вставлю какую-нибудь картиночку. Так вот возьму, буфер обмена, вставлю, вот, ну, просто она придет. Тут у нас есть некоторый нюанс, как мы это делаем. Мы саму картинку в оригинальном виде не присылаем. Она приходит в таком порезанном виде, такая превьюшечка, но как только мы ее запросим с сервера, ну, чтобы канал там не занимать, если там большие файлы пересылаются, она будет в полном качестве уже тому человеку, который запросил, с сервера доставлена. Вот, мы уже про это говорили на том вебинаре, что все сообщения чата, все файлы, которыми пользователи обмениваются, они, естественно, сохраняются на сервере в специальную папочку для файлов, и ей всегда можно воспользоваться. То есть администратор имеет доступ к файлам, которыми пользователи обменивались, и сообщения тоже они в базу данных сохраняются. Естественно, все это хранится в безопасном виде, и только администратор к этому имеет доступ. Другой пользователь, который не находится в чате, никогда доступ к этому не получит. Ну, собственно, то же самое, что и в любых телеграммах, там администраторы тоже имеют доступ к всей вашей переписке. Это нормально. Также да, Лев, смотри, был вопрос сразу, давай покажем про удаление. Да, если я удаляю какое-то сообщение и удаляю у всех. Ой, ты что, ты удалил? Да, я удалил. И, в принципе, вот смотри, вот покажи, там осталось от этого след от удаленного сообщения или нет? Ничего не осталось. А какое было сообщение? Я уже не вспомню. А вот в этом-то и смысл удаления сообщений, что как это, мало ли что там. Но даже на самом деле, удалить. я думаю, что в базе данных сервера все это прекрасно остается. Угу. Никто не уйдет безнаказанно.
Следующая интересная штука – это выделение. Причем выделять можно через Ctrl пачки сообщений. Вот я выделил всю нашу переписку, все сообщения, включая файл. И я могу их, соответственно, ну, скопировать в буфер обмена, удалить, либо переслать. И вот я возьму и перешлю их, не знаю, к себе на телефон. Вот. И я авторизован там на телефоне, мне тоже все это придет. Такие вот вещи, которых у нас в чате раньше не было, и которые теперь полностью синхронизируются со всем, что происходит. Давайте я вам покажу, как это выглядит на телефоне. Сейчас подключу. У нас тут есть супер-пупер специальная программа с Димой, называется Визор. Так, сейчас это запускается. Ага, надеюсь, всем видно мой телефон. Это запускаю TrueConf. Он обновится. Так, где наш с тобой чат был? Там где-то. А, мы же не добавляли этого пользователя. Все понял. Мы этого пользователя не добавили. Добавь, пожалуйста, меня в чате. Я ж не могу, по-моему, добавить. Я же не этот самый, не ведущий. Не админ чата, я здесь не могу. Такие вещи. Добавить делать. Участников. Давай ты сам. С телефона себя добавил. И вот я вижу, что ты добавил. Да, у меня пришло сообщение. Секретный чат с Димой, да, вот у меня он появился тоже. Сейчас обновите. Вот он появился. Ага, но обратите внимание, я не вижу той переписки, которая была ранее. Так сделано по умолчанию. Да, привет. Естественно, те новые участники, которых вы добавляете, вы должны определять, смогут они видеть переписку или нет. Мы вот на текущий момент поддержали, что не могут. Ну, в дальнейшем мы будем там развивать функционал. Высказывать будет галочка, желания. Да. Разрешать, да. Не разрешать видеть старые сообщения. Или сколько видеть старых сообщений. Ну, иногда это важно, иногда нет. Что важно, что теперь Android клиент полноценно поддерживает все эти взаимодействия. Да? То есть я могу долгий тап, у меня появляются менюшечки, я могу там переслать это сообщение куда-нибудь там пользователю на компьютер себе, вот оно мне пришло. Я могу вернуться в этот чат и сделать reply. Ну, можно долгим тапом там и контекстное меню вызвать. Так, чат этот эмулятор. Вот. Ну и, соответственно, в секретный чат теперь вот нам пришло вот ответ с мобильного телефона. Ну и так далее. Если мы там что-то удалим, он исчезнет. Если у нас происходит обмен какими-то файлами, вот, то давайте я приложу еще файлик. Так, какой-нибудь поменьше найдем файлик. Картинка вот эта. Правил. Она у нас... Телефон пришла. Вот у нас тут были файлы. Ну, значит, здесь еще не добавили файл. Значит, они потом добавятся. Вот. Что еще поменялось? Появился поиск. Поиск теперь идет по... Причем он быстро работает. Все это, естественно, в базе данных индексируется. Как по тем сообщениям, которые доступны данному пользователю. Обратите внимание, что здесь доступность определяется не устройством, с которого вошел групповой чат, а пользователем. И в какой момент пользователь вошел в групповой чат. То есть, если я буду искать с пользователем, который вот сейчас был на телефоне авторизован, он будет искать только по тем сообщениям, которые видны ему. А если я буду искать по сообщениям в большом канале, которые так-то работают. Привет, большой. Вот он сразу отфильтровал и показал мне с возможностью перехода вверх-вниз, вот таким вот образом выделяя все сообщения, которые были с момента создания чата, потому что я создал этот групповой чат. Так работает поиск, а такого поиска у нас тоже раньше не было, это новая возможность. Следующая важная возможность, которая добавилась, и она, по принципу, логически следует из того, что мы сейчас видели, это возможность множественной авторизации. Мы теперь, благодаря тому, что все синхронизируется, мы можем быть авторизованным с... любого количества устройств. Так, телефон у меня заблокировался. Палец. Одновременно. Так, я сейчас вот разлогинюсь этим пользователем. Войду тем пользователем, под которым я авторизован. Windows приложение. И что произойдет магия, меня не вышибет из Windows приложения. Я как был здесь авторизован. Давайте посмотрим. Вот пользователь bots.ru, у нас тут просто такая настройка, чтобы всякие там видеоконференции проводить, тестовые, мы такой пользователь добавили. Вот, и этим же пользователем я теперь авторизован на телефоне одновременно. Если Дима мне попробует позвонить, сейчас Дим позвони, вот bots.ru пользователь, я приму вызов автоматически сразу на
два устройства. Вот, вот так это выглядит. То есть я принимаю вызов, например, с телефона. Вот. А на десктопе я вызов не принял, и сейчас будет магия. Я возьму и создам конференцию с другими пользователями. Хотя, то есть я могу находиться в двух разных конференциях от одной учетной записи. Просто фантастика, ой, обратите внимание. Мы вам этого не показывали. Значит, так не бывает, это же невозможно. Запрещено же было. Ну, то есть, как бы и продолжает быть запрещено. Недокументированная возможность. То есть множественная авторизация позволяет проводить множественные сессии. Но есть у этой медали обратная сторона. Естественно, вся история звонков и все сообщения чата, которые будут произведены в этих сессиях, в этих конференциях и звонках, они будут доступны на всех устройствах. То есть, если вы хотите одну учетную запись раздать всем-всем-всем, вот, ну, естественно, они все-все-все будут видеть то, что там происходило, какими файлами обменивались, кто, да, кому что звонил, кто участвовал. Вот. Такое ограничение есть. Ну, и переименовать себе нельзя, то есть это будет кто-то конкретный во всех этих конференциях. Вот. Но я могу повесить трубку, и это не завершит тот вызов, который у меня от этого же пользователя, другая сессия, которая идет на доступе. Они независимы. Конференцию завершу. Тут важно, что таким образом достигается возможность принимать вызов на том устройстве, которое мне удобно. То есть если я нахожусь в дороге, я просто авторизован на тех устройствах, которыми чаще всего пользуюсь. Это мой домашний компьютер, это ноутбук на работе, это мой телефон, ну, иногда там iPad, да, когда там хожу по офису, и мне нужно там больше продуктивности, знаете, там почту читать, когда я отошел на обед, еще куда-то. То есть я могу быть авторизован на всех устройствах одновременно и принимать вызов там, где мне удобно. То есть они все одновременно звонят, они все одновременно получают нотификации от пуш-серверов, нотификации Apple и Google, и отображает это входящий вызов, ну, таким же образом, как вы это видите, телефон проснись, в Телеграме, в WhatsApp, в любых других инструментах, там, voice IP в телефоне. То есть мы посылаем push-нотификацию, эта push-нотификация доходит на устройство, если у него есть интернет-подключение, будет наше приложение по push-нотификации авторизуется, подключается и начинает симулировать, что ему как бы входящий вызов. На самом деле в этот момент там еще оно может быть в процессе подключения. Вот, мы это все сделаем на фоне, пользователь этого не замечает, для него это выглядит как входящий вызов. Есть нюанс. Сервер для этого должен видеть, ну, то есть он должен иметь возможность в интернет отправлять что-то. То есть если у вас сервер жестко заблокирован, то, к сожалению, мобильные клиенты пуши получать не смогут. Да, нужен интернет-порт 443 TCP, ну, это обычный HTTPS-порт, который позволит нашему серверу обращаться наружу, чтобы отправить пуш-нотификации на сервера. Там сначала приходит на наш сервер ретрансляционный, наш собственный, который всегда доступен, потом мы с него в очередь выстраиваем все эти запросы и отправляем на сервера Google. Вот, чтобы мы точно могли гарантировать, что пользователь мобильной конференции присоединится, где бы он ни находился, либо примет вызов. Внимание, обратите на сервер пуша идет, не идет никакая инфа с точки зрения там медиатрафика. Идет просто инфа о вызове. То есть какое приложение разбудить, к какому серверу подключить, на какой вызов ответить, либо в какую конференцию войти. Тут надо показать еще статус. Интересно, вот, Дима, может, у тебя будет видно. Если мы войдем в адресную книгу, то вот этот пользователь, где этот пользователь Лев? У тебя он есть? У меня есть и Лев Мобайл, у меня есть Николай Шилов. Я же я Левом разлогинился, я же этим сам собой авторизован. Значит, есть специальный статус с кружочком. Может, у тебя там есть контакты, Дима? Кто-то с кружочком? У никого нет. Тут. Ну, вот есть Стас вот с кружочком. А, ну вот хорошо, покажи Стаса с кружочком. Костя есть. Да, то есть пользователь с кружочком. Пользователь с кружочком, вот я вам не могу показать, смотрите, у Димы, это означает то, что это данный пользователь, он сейчас недоступен с десктопа, то есть мы гарантированно не знаем, что он может... Он не красный, а он именно зеленый кружочек, то есть у залогиненного полностью зеленый кружочек, ну, зеленый круг, а у незалогиненного зеленая окружность с белым кружочком внутри. Да, то есть залогиненного, но на мобильном устройстве. И это означает, что, скорее всего, данный пользователь доступен для вызова, и вы можете попробовать ему позвонить, потому что он недавно пользовался своим мобильным телефоном. Это все, что мы про него знаем.
И вероятность того, что вы дозвонитесь, на самом деле достаточно высокая, потому что если трупон в приложении хоть раз было установлено, то мы уже сможем дозвониться. То есть даже если оно не запускалось, даже если телефон был перезагружен, да, если оно в данный момент не работает, мы все равно дозвонимся. Это снижает необходимость в подключении АТС, дополнительной телефонии. Теперь можно просто быть авторизованным на множестве устройств и активнее принимать участие в конференциях. Раз мы с вами заговорили о статусах, давайте сразу посмотрим вот сюда. У нас появилась в левом нижнем углу приложения вкладочка, которая определяет мой личный профиль. Я могу здесь разлогиниться, там переименовать, поменять себе аватарку, с камеры загрузить. Ну, тут, в принципе, это и раньше было. Но теперь у нас появились новые статусы. Появился статус «Не беспокоить». То есть он присваивается только вручную самим пользователям, и, соответственно, на у всех в адресной книге с таким кирпичом вылазит. То есть вы доступны, но не надо вам звонить без необходимости. Это полезный статус, потому что суть концепции как бы приложения Трупон в том, чтобы все сотрудники были доступны друг другу, чтобы вы могли вызывать больше и больше участников, не с помощью там написания ему сообщений в Telegram или там звонка на сотовый телефон, вы через нашу систему, чтобы вы могли до всех достучаться. Естественно, не все готовы всегда быть иметь возможность ответить, но чтобы не закрывать программу, лишать себя возможности принять важный звонок, можно поставить статус «Не беспокоить». Есть еще один статус, но мне нужно долго не шевелить мышкой, чтобы включить. Если я минут 15 не буду ничего делать на компьютере, мы это увидим. То есть обычно компьютер уже в это время засыпает. Мы просто покажем статус, что пользователь отошел. То есть я вот не могу сейчас вам показать, надо ничего не делать некоторое время. То есть это тоже происходит автоматически. Это статус away, да, то есть не нахожусь на рабочем месте. То есть ни на одном из авторизованных устройств я не проявляю никакой активности, либо компьютер уснул. То есть я в онлайне, я на десктопе могу принять вызов, я не зеленая окружность, да, то есть я на десктопе был авторизован, но я просто отошел. Тоже можно попробовать дозвониться, как минимум человек увидит, что у него был пропущенный вызов, а у себя здесь в истории вызов. Вот такой вот красненький кружочек появляется, если не беспокоить. А если мы отошли, там появляется фиолетовый такой статус, типа отошли. Появилась возможность задавать кастомные статусы. Могу написать Я уже добавил, покажи, как. Ну, я себе Покажи, как это размечу. видно. Я в командировке. Так, а где ты? Где ты? В адресной книге, Дим. Информация о пользователе. Ты ЕМ, что бы это ни значило. Вот. Ну, можно Прикинь. как-то, кто-то как-то может что-то передать. Это тоже новая вещь. Мы в дальнейшем будем добавлять графические иконки к дополнительным статусам. То есть есть статусы, которые по дефолту в программу встроены, типа «Не беспокоить», «Away», там, «Онлайн» и «Окружность», то есть «Вероятно, онлайн». Будем еще что-то придумывать, так что ваша обратная связь здесь нам не помешает. Еще одна интересная штука, пока мы вот, давайте вернемся к Android. Обратите внимание, что в Android-приложении теперь нету чата как такового. То есть у нас всегда сверху в приложении отображается список последних взаимодействий. Это может быть групповой чат, это может быть персональный чат, это может быть конференция, в которой я участвовал, это может быть звонок точка точка, в которой участвовал. То есть мои последние взаимодействия, по которым я могу, соответственно, скроллить, ну и после них уже идет адресная книга. То есть нам не нужно ходить по каким-то вкладкам, переключать их туда-сюда. Мы просто все это дело открываем и сразу видим последние наши взаимодействия. Если нам нужно что-то найти, мы просто начинаем писать, и он нам находит нужного человека по конференции. Ну, написал, не справился с написанием. Вот. Так, ты меня еще куда-то добавил? Ничего я тебе не добавлял. А, это я пытался написать сообщение пользователю Дмитрию. Но это кто-то Дмитрий. еще. Во, все, он теперь нашел. Вот, я могу в адресную книгу добавить вот это то, что вел. То есть поиск, как и раньше, у нас это не только поиск по контактам и диалогам и звонкам, а это теперь еще и, ну, как и раньше, это возможность ввести строку вызова. То есть мы можем здесь указать абонента, которого хотим найти. У нас же сервера могут быть федерации, да, то есть мы можем сюда добавить имя пользователя TrueConf ID любого внешнего связанного сервера. Либо, например, в больших организациях видимость ограничена у многих пользователей на уровне группы. То есть сервер пользователей там 1000, а они видят только там 20-30, с которыми они обычно общаются. И, соответственно, часто просто обмениваются айдишниками, чтобы добавить себе вручную в адресную книгу тех, кого не хватает.
Вот. Так, я предлагаю на этом про чат закончить, потому что уж очень много мы времени сейчас посвятили. Давай, у нас есть еще раздел. Ну, вопросы тут пока мы с тобой это самое, тут уже сами люди себе поотвечали и, в общем, правильно поотвечали. Так что все в порядке, на мой взгляд. Вопрос про кто бреется, не бреется, мы отпустим. Да, будем двигаться дальше. Значит, у тебя по плану еще отображение приглашения на трибуны в УИ, но это странно, зачем это показывать, это и так как бы стандартно. И нет, мягкое, сейчас... жесткое отключение участников, которое, в принципе, было, ну, оно было жесткое, да. Ну, теперь, да, есть мягкое. Ну, я создал конференцию. Сейчас, у нас есть докладчики-слушатели, и если я пошлю тебе запрос на трибуну, и ты мне пошлешь запрос, я его проморгал, я его просто не увидел. Вот у меня он сверху остается, я могу всегда к нему вернуться и принять его. То есть, если мне там 10 человек попросят на трибуну, я теперь эти все запросы не потеряю, они у меня здесь сверху останутся в панели запросов. Вот. Ну и, соответственно, если Дима уйдет с трибуны, он окажется в слушателях. Я могу его позвать, и он отображает сплашечка приглашения. То есть я вижу, какие еще приглашения отправил. Только я запросы на трибуну и приглашение. То есть визуализируется вся вот эта логика работы с трибунами. То есть любой ведущий, он понимает, что происходит, оно все не теряется. Оно вот прячется в этот колокольчик с нотификациями. Вот, это вот такая новая штука. И теперь, если я кого-то дропаю из конференции, вот, обратите внимание, отключить участника, я могу поставить галочку «Запретить повторный вход». То есть, если вас кто-то задолбал, вот, вы можете сделать так, чтобы этот человек никогда больше, ну, без перелогина, да, он не мог к вам прийти. В публичных конференциях пользователь, если перезапустит браузер, введет себе другое имя, он, конечно, подключиться сможет. Вот, имейте в виду. И я не помню, говорил я на том вебинаре или нет, теперь появились групповые действия. Я могу отключить все микрофон, камеру и включить, соответственно, назад. То есть это прямо для всех применяется. Ну, по-моему, я про это говорил. Все, значит, по этим ролевым конференциям. Да, и следующее, это, собственно говоря, ППТ-шечки и ПДФ-очки. Окей, тогда зря завершил. Давайте начнем заново нашу конференцию. И снова конференция. Да. Я тут сижу, что-то делаю. Часть, оп, приглашение пришло. Ух ты, ой, сколько вас. А где Итак, а... Так. А вот они, ой-ой-ой. У меня что-то пришло. Люди. Собачка. Делаем следующее. Теперь мы можем, как и раньше, получить доступ к презентациям. Мы можем их создать заранее. Но самое интересное, появилась возможность работать с PDF. Модуль, который работает с PDF, он активируется администратором. То есть это не наш... декодер PDF, это сторонний компонент, его нужно администратору на сервере установить отдельно. То есть мы его внутри себя не используем. После того, как администратор это сделает, у всех появляется такая кнопочка пользователя «Открыть PDF». Мы в базу знаний скоро добавим инструкцию, как это сделать. Там буквально там несколько кликов. Вот. И как раньше у нас были PowerPoint файлы, теперь можем еще и какие-то PDF-ки прикладывать. Вот. Не знаю, какую-нибудь картинку. Вот такой пример. Вот. После того, сейчас будет реклама, product placement, мы загрузили презентацию, мы можем, как и раньше, ее редактировать. То есть я могу взять и к набору, то есть все презентации импортированные, PowerPoint, PDF, они превращаются в слайды, наборы слайдов в нашем внутреннем формате. Я могу сюда взять и добавить какие-то свои собственные изображения, какие-нибудь красивые картинки. Вот, и они, соответственно, добавятся в этот наш набор слайдов, и мы можем их там подвигать наверх. Наверное, уважаемые коллеги с поля мне такого не простят, но теперь у нас такая гибридная презентация про нас и про них. Вот, и когда я начинаю показ, я получаю вот такое плавающее окошко. Так, сейчас я свернусь в конференцию. То есть презентацию сделаем крупнее. Вот. Это плавающее окошко позволяет мне... сохранять фокус на конференции, то есть не концентрироваться на самих слайдах и видеть всех участников. Я при этом могу смотреть список участников, зайти в чат с этими участниками. Смени слайд, Лев. Вот. Но при этом я имею возможность менять слайды. То есть я вот с помощью этого плавающего окошка управляю входом презентации. Почему презентация это удобно? Мы всячески призываем чаще пользоваться вот этим режимом показа слайдов, а не захвата рабочего стола. Ну, во-первых,
никакое личное сообщение, никакая нотификация, ничего того, что вы бы не хотели, чтобы другие участники увидели или что-то попало в запись, оно не будет видно. Видны будут только конкретно слайды. Слайды у нас поддержаны высокого качества до Full HD разрешения, и они вот вручную так, таким образом переключаются. Если мы говорим о захвате контента, то контент может быть с намного большим качеством захвачен, вплоть до 4К контент захватывается. Есть только одно отличие: когда мы захватываем контент, у нас FPS падает, разрешение, ну, то есть когда канал проседает, мы стараемся приоритет отдавать разрешению. Это когда речь идет о контенте. А когда мы говорим о видео, то там наоборот, когда качество соединения проседает, мы FPS стараемся утешать, и разрешение падает. Вот. На слайды это вообще никак не влияет. Слайды, кстати, ходят по порту 4.4.3, то есть если у вас на сервере порт HTTPS 4.4.3 закрыт, то участники не смогут слайдами обмениться, потому что раздача слайдов тоже занимается сервер, он это делает аккуратно, чтобы не повредить качество общения. То есть если у нас канал плохой, пользователя, например, там мобильное подключение, слайды здоровые, вот, то слайды не придут всем одновременно, они придут всем с некоторой разной задержкой в зависимости от качества их соединения. Но здесь важно, что теперь не надо, как в 7-м клиенте, куда-то там идти, возвращаться в панель управления конференцией, открывать инструмент слайда, чтобы получить доступ вот к этой переключалке. Теперь она всегда доступна, здесь плавно. Я могу завершить, могу опять вернуться в вот этот набор слайд-деков, который у меня есть, и включить, например, другую презентацию, вот, начать показ. Все, мы вернулись в конференцию, опять пошла новая презентация, и мы можем там как угодно ее щелкать и показывать, причем в любом соотношении сторон, нашим участникам. Таким образом это работает. Дим, что у нас дальше? Так, дальше. Чтение списка. А, размытие фона. Размывай. Я тоже буду сейчас размывать. Так, слайды выключим. Так, ну, я тогда, да, отключаю демонстрацию, собственно говоря, рабочего стола. Да-да-да. Ну, слушай, все достаточно... Говори. У тебя лучше. У тебя лучше работает. У меня проводная гарнитура Logitech Zone. Она хуже разбивается, чем твоя беспроводная. Ну, так у меня беспроводная. Круче. Провода мешают тебе просто. Значит, что я делаю? Я иду в настройки, и там есть пунктик, там, где раздел камера, это размытие фона. И все, вот я размыл фон. Все. То есть вот эти надписи, которые сзади у меня размыты, да, в целом пальцы, кстати, нормально вроде. Ну, мы специально все эти обучали, чтобы можно было жесты еще показывать, а не только для Италии, лицо. Версия для Италии, когда вот люди говорят руками очень активно. Да. Типа того. Если еще кто-то другой зайдет в кадр, мы попробуем два лица тоже распознать, но там уже могут быть артефакты. Но мы сеть постоянно дообучаем. Поэтому она прекрасно работает уже на текущий момент, когда вы находитесь... Да, она у нас живет в подвале, мы ее хорошо кормим, учим. Заставляем, да. Она хорошо работает, когда вы на рабочем месте, либо дома, но когда сзади ходит куча людей, либо вы в переговорной комнате, не надо ее включать, потому что она на это просто не обучена, там результаты непредсказуемы. Ладно, чуть попозже мы добавим эти самые картинки сзади, на задник, как у всех, как там все говорят. Ну, у вас нет задника, все, это вы не система видеоконференции. Ну, тут сложно спорить с этим утверждением. Уже на подходе, скоро будет. Поэтому, да. Так, размыли фон. Следующий по программе у нас это мобильный клиент для Android. Мне кажется, ты его уже показал, правда? Да, но я не показал самое главное, конференцию. Так, ну давай создадим, сейчас зайду в него. Давайте я перелогинюсь с другим пользователем, чтобы одновременно показывать. Так, ой, Дим, слушай, не хочу. Давай ты создай конференцию, добавь меня, потому что я логин пароль не вспомнил. Давай, сейчас я. Не хочу рисковать. Только добавь. Так, я тогда иду в свой клиент и создаю конференцию. Только добавь много, там сразу 20 участников, чтобы нужно много. Тут в этом идея. В разнесимметрично. Да сейчас, слушай, всех добавит, исцелит. Не беспокоил. Смотри, ай, болит. Так, сейчас, когда... Мне, кстати, написали, что ты типа занят, может тебе не звонить. Достаточно культурно, кстати. Ну, слушай, про 20 я чуть не уверен, а у нас столько есть вообще.
Кажется, я все А ты позвал. А, нет. мы сейчас Нет, конференция? сейчас. Давай больше. Слушай, ну, кажется, все. Доступные боты все. А давай еще этот самый пляжик наш любимый. А, вот давай, и пляжик. Хочешь. А, и пляжик. Вот и пляжик. Итак, ну, мы с вами находимся в конференции. Что-то ты мало добавил. Обратите всех, внимание. Всех ботов, каких смог. А, попугая. Давай. Во. Давай еще попугая. Кого-нибудь. Попугая могу. Ну, кажется, все. Вот. Вот это было важно. Обратите внимание, у нас теперь выводится до 9 видео на экране, которые участники не поместились в эти 9 видео, они выводятся постранично дальше. Вот у меня следующая страничка с Олегом Злодеевым. Как он загорел, а? Видимо, в Сочи отдыхал. И я могу переключать эти странички просто свайпами влево-вправо. Дальше магия не заканчивается. Если я переведу телефон в горизонтальный режим, у нас, соответственно, картинка станет намного лучше. Да? Таким образом, она стала крупнее. Интереснее то, что мы, когда находимся на главном экране, вот у нас, обратите внимание, первая страничка, это с домиком, главный экран. Здесь показывается тот, кто сейчас говорит. Если у нас в конференции кто-то другой начнет говорить, он будет в домике. То есть мы можем на мобильном телефоне фокусироваться на том, кто выступает. Если Дима сейчас начнет показывать свой рабочий стол, как бы показывать рабочий стол при показе рабочего стола, либо запустит какую-то презентацию, она вот тоже на первом слайде окажется. Вот. Что, попробуешь? Сейчас как все сломается. Ну, идея в том, что теперь крупно, видно контент. Этого очень-очень не хватало на Android-приложении. Главное, давайте растяну. У нас же все телефоны сейчас Full HD и выше, там такие разрешения. Вот, к сожалению, через эту программу все качество не передается. У меня на телефоне я могу каждый пиксель, каждую буковку на каждом ярлычке прочитать. То есть для этого надо к лицу, конечно, преподнести. Но вот этот вот Full HD контент, он прекрасно на телефоны сейчас приходит. И если вдруг я захочу посмотреть на других участников, я свайпну в сторону и всех увижу. А если я захочу Олега Злодеева удалить с конференции, я выживу. А, я же не владелец конференции, я не смогу удалить. Вот, я просто тапом могу вызвать по нему контекстное меню и что-то там с ним сделать. Вот, могу, например, от кого-нибудь отключить прием видео. Вот, и он на свою аватарку там заменится. Другая интересная штука, которая появилась. С ней удобнее работать в горизонтальном режиме. Так, вот. Это список участников. Список участников теперь офигительный. То есть, во-первых, мы в списке участников можем видеть конференцию, которая у нас проходит. Так, у нас тут есть баг. Вот, появился. Мы видим того, когда мы уходим на рабочий стол, когда мы уходим в чат, когда мы уходим в список участников. У нас вот это плавающее окошко на телефоне, оно остается. Микрофон включи. На другом. Где-то. На другом. Ну вот, 80... включил на другом. А, у меня, может быть, там просто... Сейчас, какой тут микрофон? Да, вот этот выберем. Раз, два, три. Ну, вот, ты появился. Сработало. Да, он и работает. То есть здесь, как и в приложении для Windows, когда мы уводим фокус в сторону, в другое окно, либо в другое приложение, в компактном режиме показывается по активации по голосу, кто нам сейчас говорит. То есть я могу общаться в чате, могу управлять участниками конференции. Ну, то есть я не могу. Дима, сделай мне ведущим, пожалуйста, дай мне какую-нибудь звезду. Пожалуйста. Сейчас звезду тебе. Пожалуйста, звезду. Да. Почему я не могу тебе дать звезду? А, я могу дать тебе звезду из другого режима. Сейчас вот наведу порядок. Тут слишком много. Где ты тут у меня? Вот он, bots.ru, назначить ведущим. Угу. Ты ведущий. Да, теперь у меня появилось, это автоматически происходит, огромное количество всяких штуковин, я могу взять и дропнуть с конференции. Вот, я из нее в человека ушел. Вот, ну и точно так же я могу там какие-то еще действия с этим участником делать. Например, если кто-то попросит на трибуну, если тревая конференция, теперь тоже полноценно это будет отображаться в этом интерфейсе. Здесь появилась еще одна интересная штука. Так, я могу показать свой рабочий стол. То есть я нажимаю на три точки. Кстати, обратите внимание, сейчас до трех точек мы дойдем. В новом Android-клиенте я теперь могу переключаться между аудиоустройствами. Не обращайте внимания, что пока они так выглядят. Вот. То есть, например, если у меня там вставлена гарнитура Bluetooth, я могу на нее звук направить. Вот, там один тап, это очень удобно.
Вот. По трем точкам прячутся всякие дополнительные штуки. Ну, то есть, в принципе, все то, что уже у нас было, там показ презентации, он пока не работает, это мы будем сводить чуть позже. Но появилась демонстрация экрана. Я нажимаю начать. У меня конференция свернулась. Магия. Вот. Я оказался на рабочем столе. Опять здесь компактный режим, и опять здесь Дима, ну тот, кто говорит, появляется сверху. Но я это себя вообще везде фантастическая вижу. Вещь. Я могу начать рисовать. Сделай меня крупнее у себя. Ну, я тебя хотел крупнее. Это работает. Другой стиль. Аккуратно сделал. Вот. И там много разных вещей. У нас там можно следить за пальцем. Ладно, не будем следить за пальцем. Включу эту штуку. Вот. Делается стоп-кадр. И пока я нахожусь в режиме аннотирования или аннотации, короче, вот, рисования поверх, мой любой там браузер, слайд, что угодно, превращается в картинку и отправляется в конференцию. Я могу там что-то показать, стрелочкой нарисовать. Потом я нажимаю на эту кнопочку, и это все исчезло. Давайте еще раз покажу. Дим, когда ты будешь у Гугла что-то спрашивать, тебе нужно вот сюда вводить. Понял? Вот сюда я тебе выделю. Да ладно. Да, да. Все. Больше ничего другого не вводи, только сюда. Вот, введу еще вот так вот. Так это работает, и мы можем в любой момент, соответственно, дропнуть этот слайд, все очистить, начать заново рисовать, поменять кисти, там сделать потоньше, красненькие. Вот. Ну, пальцем это, в принципе, делать удобно. Мне все веселее, у меня есть стилус встроенный, и я могу стилусом это рисовать. То есть, если у вас, вы счастливые обладатели телефонов Galaxy Note, вот, или iPad'ов, пожалуйста, можно пользоваться стилусом, тоже это очень замечательно, можно что-то порисовать. Вот, очистим. Уберем настройки, прекратим показ нотации, прекратим показ экрана. И мы прекратили показ экрана, тапаем по видео и возвращаемся назад в конференцию. Вот, наша конференция здесь у нас с вами осталась. Ну и чат. Чат мы вам уже показали, он такой же, как у нас был вне конференции. То есть если Дима там постоянно какие-то пользователи входят-выходят, а мы здесь вот уже видим все то же самое, что и было раньше. То есть ответы, пересылка сообщений, картинки, там все как положено. Ничем не отличается чат внутри конференции снаружи. А нотификации меня сейчас доконают. Вот. Но единственное, мы видим вот этот компактный режим, то есть мы теперь понимаем, что мы находимся в звонке, и нас все видят и слышат. Так, я, пожалуй, выйду из этой конференции. Я завершу ее. Все, я отсоединился. Вот. Мы вам, в принципе, показали. Вот сейчас кажется, много все. Интересного. Да, сейчас. Там еще были реакции, они тоже в Андроиде появились. Реакции, да, но ты показывал их. Да, в первой части я показывал реакции. То же самое на Андроиде. Такие же реакции появились на Андроиде. Дим, что у нас там еще по списку? А, вспомнил. А все? Нет, DTMF команды у меня еще были, сейчас покажу. О боже ты мой, ну это страшно. Так, у меня тут есть MCU под рукой, где наш MCU. Сейчас я на нем запущу конференцию, только одну. Вот, и покажу. Так, конференция что там запустилась? Да, один терминал тут есть, я вижу. Так, тут кто-то остальные что-то тестирует. Сейчас завершу конференцию. Так, это не моя конференция. Отдайте мне мой терминал. Где моя планерочка? Планерка совещание совета директоров. Да. Отдайте мне все надеюсь, терминалы. Все знают, это стандартное наше, но одно из наших серверных приложений. Ну что, стартануло? Ну, вроде да. Да, все, вот, они все в конференции. Все работает. А теперь я просто могу в нашем приложении позвонить. У меня добавлено это все дело в адресную книгу. По IP-шнику я позвоню на MCU. Вот. И мне скажут, дорогой друг, введи пин-код, или мы тебя отключим нафиг. Вот. И теперь, о счастье, мы, это, кстати, было в седьмом клиенте, но не так красиво. Теперь есть вот этот тональный набор. Вот, и я просто введу, по-моему, там 4000 решетка пин-код той конференции, вот, и я в нее провалюсь. Так это работает, вот, все очень просто. Обалдеть. Кстати, ну, MCU качество там намного веселее, оно может там 60 FPS нам отдавать, потому что больше кушает ресурсов на сервере, значительно больше, не забывайте. Там на 200-300 человек конференцию вы не проведете. Если вы не Ростелеком, конечно, только они, по-моему, так умеют. Ну, может быть, еще Министерство обороны. Вот, а на нашем сервере можно проводить конференции любого размера.
сидим. Окей, ДТМФ я показал, вешаю трубочку. Что дальше? Вешаю трубку, все. Дальше ответы на вопросы, которых на самом деле уже люди поотвечали. По лицензированию, значит, это вопрос к отделу продаж. Там все расскажут. И сравнят с остальными, да, все, что есть. Поэтому здесь я вам рекомендую туда и обращаться более четко, потому что цена зависит от очень многих факторов, на самом деле от количества, от дополнительных возможностей, от интеграционных историй, вузам скидки, это само собой, и, соответственно, там вам более полно подскажут под конкретно вашу задачу, сколько будет стоить сервер, обращайтесь. Так, что еще, значит, фанатов Оксаны мы сдадим Оксане, она будет сама решать, что с вами делать, значит, и что еще, значит, количество пользователей в адресной книге по-прежнему ограничено 50, у нас было ограничение в 50 в адресной книге, но, Анатолий, мы не в курсе, ну, то нет, есть... там есть ограничение, по-моему, ну, какая-то... Нет, было в шестом клиенте ограничение, да? Было... Ограничение было что-то типа 64 тысяч, но оно падало при 800. В седьмой версии, по-моему, вообще там все равно, сколько у вас пользователей. Ну, тоже, наверное, максимум 64 тысячи. Ну вот, то есть в таком духе. Конференция с пин-кодом не только на MCU в пятой версии, но ну, это печатный сервер, он будем рассказывать. Ну, там отдельно, есть. Да. Ну, я просто сейчас сразу есть покажу. Ограничение на количество пользователей, добавленных вручную. Сейчас, Дим, давай вернемся к конференции. Вот я сейчас запланирую конференцию, просто сразу вам покажу. При планировании конференции, вот, пусть это будет публичная конференция. Да, при создании публичной конференции теперь можно добавить пин-код. Я могу задать пин-код. Да. Это поддерживает. Единственное, мы в приглашении на конференцию пин-код не присылаем. Вы его сами должны как-то сообщать, иначе вся суть и смысл пин-кода теряется. Весь смысл теряется. Да, то есть, грубо говоря, ссылка, в которую включается пин-код, это полный бред. Смысла нет в этом никакого. Вот. Так, ответили. Если у вас много людей, мы рекомендуем использовать режим, соответственно, директори, где у вас будет как бы глобально, то есть несколько серверов объединяются вместе, сливают свои адресные книжки, и у вас получается как бы глобальная адресная книга и локальная адресная книга. Просто локальная адресная книга, она у вас постоянно обновляет статусы ваших этих самых людей. И, соответственно, если вы добавите там пару сотен, ну, вы будете заниматься только вот этим вот. Только просматривать. То есть сервер, как бы, у вас клиент будет постоянно заниматься отображением всех этих 800 статусов от кучи людей. Ну, смысла нету. Добавляйте в личную адресную. В таком в режиме, когда у вас много людей, речь идет о тысячах, то как бы просто в адресной книге собственной держите только тех, с кем вы общаетесь. Если вы, как бы, вам кого-то надо найти в другом отделе, в другом офисе и так далее, глобальная адресная книга, поиски, каталоги, там что-то нет. Ну, лучше обмениваться ID-шниками полными. Кстати, вот обратите внимание, кто сейчас через браузер вошел или через наше приложение, в конференции огромное количество участников вообще с других серверов. То есть они не гости, они просто через программу TrueConf по ссылке вошли. То есть я вижу Telemed, Bakulev.ru, я вижу наш внутренний сервер Team TrueConf.com. Я вижу, тестовые Минэнерго, да, тестовые серверы, много тестовых серверов. У ребят из офиса подключены. Ну и так далее, некоторые другие. Из МГУ, да. Анатолий Гуляев из МГУ, мы даже видим. То есть, в целом, любые сервера TrueConf могут быть связаны между собой. Вот на этом сервере, где мы проводим вебинар, у нас дружба разрешена со всеми. Поэтому любой участник может в любую конференцию без перелогина войти, мы его прозрачно подсоединим, лишь бы по ссылке вы просто кликнули, и все. Там большая кнопка «Войти через приложение», либо просто позвоните на эту ссылку из адресной книги. Вы гарантированно в любую конференцию, которая открыта, публичная, либо вы находитесь в федерации с этим сервером, попадете, даже если конференция закрыта. Так это работает. Так, есть ли у нас еще вопросы? Слушай, кажется, я не вижу. Так, смотрим чатики. Верните Оксану, пишут. Блин, забыли Оксану. Да, пожалуйста. Оксана здесь, в чатике. Она ну, в вебинаре. Оксана, выходи, пожалуйста. Но... Может, Оксана так. Да, привет, Оксана. Вот она. Все. Доброе утро. Вопросы. Доброе утро. Доброе у тебя микрофон отключен? Да. Да, ну, у тебя камера другая, сбоку. Ну, где? Да, сейчас так удобнее. Так, исправили проблему, когда поддержка
Показа проблема контента с Оксаной, была 4, 4 секунды. Нечестно, у нас сейчас все работает. А это не была проблема. Оно, слайды приходят с задержкой. Поймите, они доставляются в зависимости от канала. Каждому с разной задержкой. Да, но учитывая, что канал у меня был хорош, поэтому и прилетал мгновенно. Хотя ты черт знает где, а я, собственно говоря, в нормальном месте. Я еще и по Wi-Fi. Мы, кстати, оптимизировали вот эти все нюансы с выбором слоев в нашем SVC. Даже вот я на Wi-Fi сижу, непонятно где. По-моему, звук прекрасный. Так, Оксане вопрос пришел. Подложка фона. Подложка фона уже есть. Все вот это вот, где Оксана, она лучшая, она бренди, это самое. Это только ради вопроса про фон. Вообще. Оксан, я бы не отвечал. Будет, будет в планах. В планах есть. Нейронка обучается. А, вы знаете, динамический фон? В подвале сидит, да, нейронка и обучается. Пока не обучится, не выйдет. Ну, у нас есть подложка, под которая как называется? Нет. Подложка вот. Под раскладкой, фон... которая. Так. Продаю телефон Оксаны дорого. Значит, у нее реально вон фан-клуб ей надо делать. К сожалению, Андрей Смириденко вышел из чата, к сожалению. А, как? Я хотел... Это глава конкурентной компании. Ну, мы все основное это показали уже, Андрей. Я думаю, он запомнил. Ну, да, мы же открыты, и поэтому, на самом деле, нам приятно, что приходят про нас узнать и не стесняются ввести свое имя вместо там как бы левого. Это, в общем, характеризует. Называет уважение. Да. Так, подложка меняется, фон не меняется виртуально. Это будет дальше. Подложка, да, подложка, виртуальный фон я видел, как меняется уже. Есть тестовые образцы. Их пока, конечно, влюбить нельзя, но, в принципе, работает. Ну, то есть, я думаю, что достаточно бодро это все выйдет. Так, что еще? Ну, чего? Когда выйдет... А, восьмой клиент, да, уже есть, к нему нужен действительно пятый сервер. Для того, чтобы работало большинство... Ну, все фичи там, естественно. Пятый сервер мы уже катали по и показывали его активно по различным городам и весям. И, мы сейчас кажется, на нем проводим что... вебинар. Это само собой. Можно, соответственно, попросить его на тесты. Он доступен, насколько я понимаю. Естественно, то есть, тут, конечно, это бета, все-таки относитесь к нему именно как к бете. Все очень просто. Бета на сайт TrueConf.ru, продукты, TrueConf сервер. Вот. И тут есть бета-версия TrueConf сервер плашечка. Нажимаете присоединиться. Угу. Вот. И тут написано, как это сделать. То есть мы там в течение часов, там буквально несколько часов, всех добавляем. Android-приложение бета, что мы показывали, тоже доступно. Можно, соответственно, позвонить, его поставить. Только в Google Play надо поставить кнопочку, нажать «Я хочу вступить в ряды бета-тестеров». Мы два трека сейчас ведем. Да, да. Релизная версия, бета-версия. Вы выбираете вот эту кнопочку в Google Play. Вот. Там, кстати, у нас с новой версии наконец-то улучшились оценки. У нас сейчас 4 звезды практически на 11 тысяч отзывов. Очень круто. Вот. Ну, у нас там сколько? У нас мы к 2 миллионам скачиваниям пришли? Или как там? Нет, еще. Где-то между... Они не показывают. Они же не показывают. Да, один, у нас миллион. Больше 1 плюс. И сколько там следующий? 10, да? Не знаю. По-моему, 5 плюс и 10 плюс. Там еще не скоро. Да, ну то есть вот у нас скачивание между 1 и 5 миллионами. Очень точная информация от Гугла. Окей. Так, уважаемые гости, кажется, все. Обратный отчет еще спрашивают. Я даже не посмотрел. Оксана, возвращайся. Возвращайся. Это, кстати, у нас же теперь очень удобно видно, давайте я вам покажу. Мы же можем видеть, кто задает вопрос. То есть я нажимаю в чате на имя пользователя. Вот таким вот образом. И вижу, значит, это кто-то из Ростелекома. Нетрудно догадаться. Попался. Таймер. В курсе вообще такого пожелания? Да, я в курсе. Да, все в курсе. Про таймер, да, да. Да, будет таймер. Еще не очень понятно, как это будет выглядеть, но будет однозначно. Мы пытаемся писать планы. Вот. Супер. Все, коллеги, спасибо большое.